Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Porsche Cayenne. Ремонт левой стороны. Итак, небольшую ямку и повреждение имеет переднее крыло. Также небольшие ямки внизу дверей. Ну и основные повреждения — это задняя дверь и заднее крыло. Ну что, начинаю ремонт. Первым делом вытягиваю арку и поврежденную дверь. Итак, вытянул, и теперь мне надо немного вытянуть ребро заднего крыла. Наступило время работы со споттером. Thank you.
Чёденько. Работы с металлом на заднем крыле и двери закончены. Осталось отравнять только переднее крыло. Крыло алюминиевое, поэтому при рихтовке поврежденные места я нагреваю. Закончил. Отдаю машину на покраску. И вот машина вернулась с покрасочных работ. Собираю ее. Ремонт этого авто закончен. Ремонт занял 8 дней. У меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео.
Пока!